Нарежечки. Говорил что-то про заведение. Вот. Вот если... смотри, заведение, которое мы, возможно, откроем. Да. По-любому это будет какая-то кофейня, да? Например. На стримах. И оно должно находиться вот в таком месте. В проходном? Да, вот в таком месте. Я сегодня стоял в помещении, честно скажу. Здесь аренда должна быть стоить, вот такое помещение в аренду должно быть где-то 1400 стоить. 300-400. Не, подожди, сколько, как думаешь? Просто мы тут смотрели с Максом Тёмным офис, и он как раз находился в мосту, по-моему, здесь же, возле ПГ. Мы смотрели, он с той стороны сдавалось за 200-300 тысяч. А, нихуя себе. Ну там не такой проходной, как здесь, же прям возле парка Горького, здесь люди постоянно ходят. Не, вот просто вот. Да, но с той стороны люди не ходят. Там этот, там тоже театр. А, даже да, тут же пройти можно так. Чё я туплю? Ты чё-то перегнул. Не, ну, это просто проходное место, чат. Это проходное место находится прям возле парка Горького. Вот там вот главный вход, и люди вот тут постоянно ходят. Летом здесь прокат соседний, тут пиздец сколько народу. Здесь, вот тут, наверное, просто вечером мы пришли, уже никто не гуляет, плюс холодно, поэтому здесь мало народу. Нет, тут зимой по-любому. Но, не брат, сезон. Если мы будем делать, вот тут неуютно. Брат, вообще. И нужно делать там место, где будет уютно, пиздец. Вот тут прям вот, мне не кажется, что здесь уютно. Саня хорошую идею со стримом предложил. Ремонт делать? Так ты мне чай дал. Это мой. А это твой кофе? Стрим на другом канале условно будет. А? Да. Чай. Расскажи идею. Так я же говорил, на стриме это. Разве? Или нет? Ну как у Дмитрия Солдатова, типа, постоянный стрим. Отдельный канал, на который можешь зайти и здесь как кассирша работает. Короче, да, условно, если мы это сделаем, то... Если мы сделаем свою кафешку, наверное, это уже будет в следующем году, да? Ну да, в этом не успею. То у нас там будет камера всегда висеть, возможно, даже несколько камер, и будет постоянный стрим. На Твиче люди будут заходить, кричать банворды, и этот стрим будет баниться. Без звука просто, наверное. Да, можно будет зайти, посмотреть, что происходит в кафешке. Условно, всегда с музыкой, но когда надо, можно включать звук. Я очень хочу там делать дни, как это называется, не поп-апы, а такие просто места встречи, когда люди знают, что вот мы будем там вот с 5 вечера до 9 условно и приходите. И все люди приходят, и мы здесь сидим, типа, может, даже готовим кофеек всем. Вот такая тема. Что там вы... Кореш, ты самый лучший, про девичь, я тебя люблю, горилла, пупсик, сердечки. Ебать, вы налетели, вы откуда, ребят, с такими сообщениями? Не, доброта, это, конечно, хорошо. Но я, лично я уже отвык от доброты, я привык к гневу. Блин, ты выглядит так, как будто чел взял франшизу серфа, все сделал. Я оставил полностью все, что... Брат, его... он не взял. Серф просто уходили, скорее всего, отсюда, из этого помещения. Может, им не понравилось сюда. Они уходили. Человек просто купил помещение, они не стали, наверное, ничего забирать. Зачем ему забирать эти шкафы там и так далее? Горячие? Он просто оставил.